Добрый день. Это комитет по народному контролю. Региональный представитель общественно-политической газеты «Президент». Вот. Мы у вас раньше были уже. Здесь у вас идет незаконная приемка лома цветного черного металла. Мы разговаривали с вашим руководителем, он сказал, что лицензия пока оформляется. Лицензия-то есть? Да, с ним же есть. А у вас есть удостоверение приема сдачи приемщика? Так это с начальником же разговаривали. Ну вот сейчас вот приняли лом только что. А для того, чтобы принимать лом, нужно сначала проверить его на радиоактивность, составить приемозначный акт. А вы просто взяли тупо человека железо и дали деньги и ушли. Это же вы знаете, что противозаконно. Вот это оцинковка была. Какая разница? Все равно должна быть лицензия и у вас должна быть соответствующая квалификация. Точная оцинковка. Ваша обязанность, то что входит? Просто принять и заплатить, да? Больше ничего. Или еще что-то делали? Так, вот незаконно лицензированная площадка. Представители общественной организации уже ранее по жалобам граждан проводили общественную проверку. Деятельность данной площадки продолжается. Вот видим, что сейчас в настоящее время осуществляется сдача лома. Из этого транспортного средства выгружается лом цветного металла на весы. Смотрим процесс приемки металла на этой нелицензированной, нелегальной площадке. Так, вот тут видим, что есть различные инструменты, с помощью которого спиливаются металлы. Вот стоит болгарка, инструменты, специальный зажим. Все изделия для того, чтобы вывести металл из разного оборудования, разделять. То есть никаких условий практически здесь нет. Видно, что площадка не бетонированная. Весы у нас тоже стоят неповеренные. Здесь у нас лежат как черный металл, так и цветной. Видим, что есть бытовая техника, автозапчасти. Также есть оборудование, которое перемещено. Здесь есть предприятие общественного питания, моющие ванны, тележки покупательские. Информация зарегистрирована в отделе полиции номер 15 для проведения проверки и привлечения организаторов данной площадки к административной ответственности. Работа в этом направлении будет продолжена.